Тем временем в регионе официально стартовала убойная кампания. Традиционно первыми ее начали с ПК «Красный Октябрь» еще 24 октября, затем 25-го к убою северных оленей приступили в хозяйстве ХАРП. Всего в этом сезоне планируют создать порядка 35 тысяч голов оленей, тем самым получить более 1000 тонн ценного мяса. Это чуть меньше, чем в прошлом году. Напомню, в том сезоне удалось получить 1110 тонн оленины. 80% сырья хозяйство поставят на Ринмарскому мясокомбинату на производство колбасы и различных деликатесов, 20% на реализацию среди местного населения. По прогнозам специалистов, предстоящая холодная зима в регионе благоприятно повлияет на сроки проведения убоя оленей, а также на качество продукции и выполнение общего плана этой кампании. И еще в остальных хозяйствах убой оленей начнется с середины ноября.